меня спрашивают, почему и для чего украли, убили Щавлика. Ну, и можно рассуждать, там, выдумывать, что хочешь. Но я как знаю, что его для страха другим. Он был связующее звено. Российский криминал через него мог лезть в Беларусь. Лукашенко хотел это пресечь. Сразу дал понять, что никого не потерпит здесь, никаких ставленников. А потому что у Щавликов был 600-й Мерседес, как у Лукашенко. А он предупреждал его, Лукашенко, что сильно не зазнавайся. Ну и поэтому Щавлик не думал, что его будут в наглую убивать. А они просто взяли, завалили откровенно. И сам Лукашенко говорит, косточки уже сгнили. Ну, он сам не скрывает, что по его приказу убрали. Ему он защищал. Зачищал криминал белорусский и заодно показывал российскому криминалу, что с ними будет, если сюда внедряться. Вот и все, что я могу по этому. А рассуждать можно и думать, как хочешь.